Всем здорово, с вами Саша Клай, это магазин Hellride. И сегодня я вам расскажу про самокаты Триад. Первый самокат, про который я хочу вам рассказать, это Триад Infraction V2. Один из самых дешевых триадовских самокатов, но, несмотря на свою цену, он достаточно прикольный и классный. У него руль Т-шечка стальная, классная, прикольная. Высота этого руля 54 сантиметра, что как бы не для особо высоких парней. Ну или для особо высоких, но которые паркеры. Грипс обычный, уатовский, очень красивого цвета, такой синий-черный. Система на нем стоит айхиковая, что придает самокату невероятный легкий вес. Вилочка Триад, айхик. Классная легкая вилка. Система тут реально очень легкая. Двухболтовый зажим, который все это очень качественно, надежно сцепляет. Плавная, мягкая рулевая. Очень классные накатистые колесики в очень прикольном дизайне. Я таких, если честно, никогда не видел. Ну и изюминка этого самоката – это доска, у которой очень красивый принт и плоское дно, что позволит вам учиться скользить на этой доске комфортно. Хотел бы еще добавить то, что тормоз данной модели двухсоставной, и он тормозит. Доска эта в длину 20 дюймов, в ширину 4,3 дюйма. Самокат представлен в трех цветах, в трех очень красивых цветах. Поэтому, если вы уже более-менее умеете кататься и хотите выкинуть свой старый самокат, ненужный, за 5000 рублей, то, в принципе, спокойно можете приобретать данную модель, потому что этот самокат прослужит вам достаточно долго. Вторые самокаты модельки, про которые я вам сейчас расскажу, это Триад Delinquent и Триад Totem. В принципе, это два идентичных самоката. Единственное их отличие в том, что здесь стоят обычные бермуды 120 диаметра, а здесь стоят 110 и промодельные колесики Billy Watson. У этих самокатов также отличаются габариты доски. Эта доска в длину 19,5, а в ширину 4,7, а хромовая чуть-чуть подлиннее будет, она уже 20,5 и в ширину точно так же 4,7. Самокаты очень крутые, сейчас я вам расскажу про них поподробнее. Здесь стоит очень крутой алюминиевый руль, который позволит вам делать быстрые бары и не ощущать в руках самокат, потому что веса у него как такового нет из-за алюминия. Очень красивый и классный двухболтовый зажим, который зажмет ваш руль так, как надо. Опять же, айхик система на очень крутой вилке Триад, красивый цвет колес и надежная легкая доска с очень классным принтом и плоским дном. Этот самокат, в принципе, точно такой же, вот только принты разные. И, в общем-то, чисто так вот отвлечься от всех наших самокатов, точно такие же, как я рассказал до этого, это вот для очень маленьких ребят, которые только родились, вот они могут купить себе самокат и трюкачить на них. Этот самокат можно поднять мизинчиком, он очень легкий. Также на алюминиевом руле все то же самое, что и в прошлой модели, только он маленький. Тут тоже очень классные рисунки, очень классные цвета. Так, детали точно такие же. Если у вас есть младший брат и ему 3 года, вы можете сделать ему крутой подарок на день рождения, купить самокат Триад. Эти самокаты подойдут к ребятам, которые катаются с самого детства. Им сложно будет собрать себе кастом или купить какой-то комплит, потому что все детали большие, здоровые. А тут вот отличное решение этой проблемы. Ребенок может кататься на топовых запчастях. Их всего два цвета. Это черный с золотым и черный с фиолетовым. Они очень классно переливаются. То, что нужно для ребенка. Следующая моделька, которая опять же похожа на наши предыдущие, это Триад Voodoo.
Его отличие в том, что колеса здесь стоят 120 диаметра, вилочка точно такая же под iHeek, зажим точно такой же двухболтовый. Руль здесь, как вы могли заметить, тэшечный с очень прикольными подпорочками. Я таких рулей еще не видел, выглядит здорово. Мягкие грипсы, всеми любимые. Руль сделан из стали, что придает самокату прочность. И красивая доска в болтсликовом цвете с таким рисуночком. Этот самокат, наверное, больше подойдет ребятам, которые не понимают, чего они еще хотят, стрита или парка, но вот думают еще, могут его взять и подумать еще раз. В принципе, вот эти три модели, которые я показывал, они одинаковые, единственное отличие только вот рулей. На тех был алюминиевый, на этом стальной. Ну и 120-е колесики. Это уже кому как больше нравится. Доска реально красивая здесь. Следующий самокат здесь стоит, представлен вам. Опять же, Триад Вуду, но отличие от предыдущего, как вы могли заметить, это руль и цвет. Доска здесь габаритами в ширину 4,7 дюйма, в длину 20,5. Опять же, прекрасные, красивые 120-е твердые колеса для наката. По системе все то же самое, iHeek система, нереально легкая алюминиевая вилка, прочный, красивый зажим, красивые грипсы. Отличие, как я говорю, в руле. Руль здесь стоит триадовский. Казалось бы, стальной должен быть тяжелым, но этот руль весит, как половина самокатерских алюминиевых рулей. Вы такого легкого стального руля еще не видели. Хоть и на стальном руле, но очень-очень легкий. Поэтому, если хотите легкий самокат и в то же время прочный, этот вариант для вас. И закрывает наш обзор триадовских самокатов сегодня вот эта вот красавица, которая собрана на деталях Триад Urban Art. Сейчас я вам подробно про все это расскажу. Грипсы здесь уатовские, черные, мягкие, толстые, все как мы любим. В руле здесь стоит Urban Art. Такой вот некрашенный и красивый, еще гладкий. Руль этот очень легкий, так как и на предыдущей модели, которую я показывал. Прочный, легкий самокат, почти ничего не висит, несмотря на свои габариты. Этот самокат собран на системе SKS, что отличает его от всех предыдущих самокатов, что придает ему невероятную прочность. Зажимы Триад очень хорошо зажимают руль с вилкой, можете не сомневаться. Четыре болта на шестой шестигранник доказывают нам, что этот SKS очень прочный и надежный. Не сорвете болтики. Вилка на этом самокате стоит Urban Art Civic. Она вмещает в себя колеса любой ширины и диаметром до 125 мм, что делает ее нереально универсальной и классной. Я сам на такой катаюсь, у меня с ней никаких проблем нет, поэтому и у вас не будет, можете смело покупать. Колесики у нас Триад Stalker, они очень красивой формы, нестандартного размера. 115 на 28. Это чуть-чуть пошире, чем стандартные колеса, поэтому кому-то это очень понравится. Самокат становится более на мануале, короче, проще ехать вот будет вам. Доска здесь побольше. 22 в длину, 5,5 в ширину. Это, конечно, наверное, уже стритовый самокат, но не могу этого точно сказать. Квадратные дропы, что придают доске дополнительную прочность, и для кого-то это будет очень удобно. Красивый рисунок, плоское дно, все как мы любим. Ну и по весу этот самокат достаточно легкий, поэтому я его вам лично советую. Мне он очень нравится. Это клевый самокат Триад и Urban Art. Я вам показал все модели Триада 2021 года. Хотелось бы еще добавить то, что доски на этих самокатах сделаны из 7000-го алюминия, что придает огромную прочность этим железкам. Все доски делаются в основном 6000-го, а в 7000-м больше химических элементов, она прочная прям. Танк, танк. В общем, да, самокаты очень классные. Я постарался рассказать про каждый по чуть-чуть. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Мы постараемся снять другое видео отдельно про каждый самокат, который вы попросите. Или же заходите на наш сайт и прочитайте полное описание самокатов там. Всем спасибо за просмотр. С вами был Саша Клай. Это магазин Hellride. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока!